В зале люди разных поколений, интересов и профессий, но всех их объединяет одно – семья и любовь. Выйдя из церковного календаря, День Петра и Февронии шагнул в каждую семью. Несмотря на то, что праздник молодой, уже появились связанные с ним традиции. Например, вручать медаль за любовь и верность самым крепким семьям, чей стаж начисляется десятками лет. Таких за последние десятилетия в Сочи наградили уже 39. Особо отмечают и многодетных. Чета Каруна, например, воспитывает 4 детей. Мы воспитываем своих детей, чтобы они понимали, что нужно держаться вместе, любить друг друга, ценить друг друга, уважать. И тогда все будет красиво и хорошо. Медалями признания и почет сочинцев отметили и меценатов, тех, кто активно помогает нуждающимся семьям. Анатолий Пахомов отметил, что количество браков в Сочи за последние годы значительно увеличилось. Рождаемость тоже растет. Все это показатели грамотной социальной политики на курорте. Мы стараемся сделать комфортную жизнь для каждого. Проводится большая работа по благоустройству всех районов. Открываются новые школы и детские сады. Вот я проанализировал только за последние 5 лет 28 детских дошкольных учреждений новых построено, 8 школ. И эту работу мы продолжаем. Кстати, мэр со своей супругой в браке уже больше 30 лет. Совсем недавно семья Пахомовых стала еще больше. Родилась внучка. Это уже у нас третья внучка. Ее назвали Еленой. У нашего сына родилась вторая дочь. И так символично, что она родилась в канун Олимпиады, прям Ника. А вот вторая Елена прям во время чемпионата по футболу. Я считаю, что это прям как-то так знаково. В этом году День семьи, любви и верности в Сочи решили отметить по-новому. Городским конкурсом «Моя семья». В его финал вышли 8 семей. Они соревновались в нескольких номинациях, кулинарных и творческих конкурсах. Сапковы, например, играли на музыкальных инструментах. Александр и Екатерина воспитывают 7 приемных детей. Говорят, о большой семье оба мечтали с самого детства. Тогда еще маму просила принять в семью кого-нибудь, усыновить, но у нее возможности не было, и я вот тогда решила, что у меня такая возможность точно будет, и, собственно, это стало моей мечтой. И вот, а большая семья – это наша с супругом большая мечта. Теперь конкурс среди самых ярких семей города наверняка станет традицией. А вообще День семьи, любви и верности – праздник достаточно молодой, но в Сочи уже стал одним из самых любимых. Истоки праздника зародились в городе Муроме, где, собственно, и жили, и подвязались святые Петр и Феврония Муромские. И там был установлен первый памятник святым благоверным Петру и Февронии. А у нас второй памятник, который мы сделали в России, это именно город Сочи. Скульптура установлена возле центрального ЗАГСа. Супружеский союз святых Петра и Февронии считается образцом христианского брака. Они выдержали все испытания судьбы и стали воплощением уважения и преданности. Ольга Десятова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.